Ульяночка. Здравствуйте. Моя дорогая. Спасибо. Ульяна выходит из поезда очень сосредоточенная и спокойная, даже не подозревая, какая чемпионская встреча ее ждет. Но как только входит в зал ожидания, на лице появляется улыбка. Ульяна утопает в цветах. А как иначе встречать серебряного призера чемпионата Европы по боксу, если таких у нас не было с 2015 года? Для Ростовской области это серебро, я считаю, как золото. Прошел чемпионат Европы на вышедшем уровне однозначно. И самое важное, что с российским гимном, с флагом, как в старые добрые времена, наши спортсмены стали лучшими в Европе. 9 золотых медалей, 8 серебряных, 1 бронзовая, 18 медалей вывели Россию на первое общекомандное место чемпионата Европы в возрастной категории от 19 до 22 лет в Черногории. Польша осталась второй, Италия – третий. Дончанка Ульяна Савро проиграла только финальный бой более опытной сербской спортсменки. Я думаю, что не хватило, чисто международного опыта не хватило. Та девочка уже победительница первенства мира, победительница первенства Европы. Она у них звезда. В таком бою как бы к Ульяне претензий нет. Она достойно отработала, готовилась достойно. В принципе, получила то, что наша цель была привести медаль. Мы это сделали. Для 19-летней Ульяны это был первый чемпионат Европы. Так что результатом она вполне довольна. Хотя на пьедестале первое, что подумала, хорошо, что все закончилось. Долго готовились, долго ехали, долго вот это все было очень волнительно. Тоже уже, ну, была приятная усталость. На пьедестале вот стоишь, конечно, со вторым местом, но пускай это действительно будет мотивацией работать дальше для первого. Что столько много людей, и это все будет настолько грандиозно, я бы сказала. Конечно, это был сюрприз для меня. Так уже встречали? Нет, конечно. Первая же Европа. И встреча первая, получается. Эта медаль уже шестая у донских спортсменов в этом году на международных стартах. У нас на чемпионате мира была бронза по тэквондо. Две золотые медали борцы у нас по греко-римской борьбе у нас принесли на первенстве мира. Серебро и бронза у нас было на первенстве Европы у ребят. И вот сейчас у нас еще серебро. Будем надеяться, что Ульяна и дальше, в общем-то, будет показывать динамику. Теперь у Ульяны отдых, а сборы начнутся уже с Нового года. Марина Черных, Юрий Санкин, Первый Ростовский.